Совсем не пьющих разведчиков практически не бывает. И учитывая национальную слабость, в русской разведшколе разработали целую науку, как пить не пьянее. В ход шли препараты, способные нейтрализовать алкоголь. Активированный уголь, левотаракок и другие. Но любимым рецептом наших курсантов была так называемая прививка. За 5 часов до мероприятия выпить 150 граммов водки, протрезветь и плотно пообедать жирной пищей, включающей кусок сала, бутерброд с маслом и медом. После этого можно пить сколько угодно. Организм уже имеет ресурсы, чтобы справиться с алкогольной атакой. После 2 бутылок коньяка, выпитых за игорным столом, Раух Бира, в отличие от Скляра, уже изрядно пошатывало.